Добрый день, уважаемые телезрители нашего телеканала «Три пятерки Hunt Fishing TV». Сегодня мы с вами находимся на ВДНХ, где проходит выставка «Охота и рыболовство на Руси». Выставка проходит с 24 по 28 февраля. Если вы приверженец активного отдыха на открытом воздухе, приглашаем вас посетить наш палаточный лагерь. Устанавливайте свои палатки на охраняемой территории, специально подготовленной площадке. Мы предоставим вам газовую плиту, электричество, питьевую воду, душ, туалет. Лагерь расположен на огромном острове, образованном реками Митенка, Ахтуба и Волга, напротив впадения в Волгу реки Янатаевка. Такое уникальное расположение обуславливает большое количество самых разнообразных видов рыбы, достойных размеров. Вас ожидает незабываемое удовольствие от борьбы с достойными трофеями.